Апостольский подход требует переосмысления роли основателя церкви. И это крайне важно не упустить, поскольку, как я уже отмечал, в традиционной модели основатель-пастор собирает общину и становится в ней пресвитером. При апостольском подходе ситуация совершенно иная. Роль основателя в этом случае я описываю с помощью 6М. Надо сказать, что под миссионером я не всегда понимаю приезжего человека. Это может быть и местный житель, индиец, русский или, скажем, китаец. Главное, что это человек, призванный основать новую общину. Причем, как правило, с нуля. На самом начальном этапе организации церкви, то есть сразу после запуска проекта, основатель выполняет роль двигателя или мотора. Что вполне понятно, ведь кроме него делать это пока некому. Будучи первопроходцем, задаете тон и показываете пример именно вы. Может статься, что с работников у вас на данном этапе не окажется. Или же вы начнете проект с небольшим коллективом, готовых поддержать вас христиан. Поэтому да, на начальной стадии большая часть нагрузки по благовестию, в работе с новообращенными, ляжет именно на вас. Вы будете главным двигателем. По мере развития общины и организации в ней разных служений, основатель также начинает выступать в качестве модели, примера или образца. Что это значит? Это значит, что основатель задает членам общины такие модели, которые легко воспроизвести. Показывает пример, которому несложно следовать. Другими словами, я служу так, что мой способ служения легко перенять. Видите ли, нередко основатель приступает к организации церкви, имея в своем арсенале серьезные ресурсы. Например, мультимедийный проектор. Другие посмотрят на это и решат, что без такого проектора основать общину у них не получится. Или другой пример. Миссионер-основатель знает греческий, изучал его в библейской школе. И в своей проповеди он постоянно эти знания использует. Допустим так, в Библии на русском или английском написано то-то и то-то, но вот в греческом тексте и паства замирает в благоговении. Он знает греческий. Ну правда же? Однако какие еще мысли у них попутно возникают? Я-то греческим не владею, значит, мне такое служение не под силу. Выучить язык я все равно не смогу. Вот почему всем любителям цитировать греческий текст я говорю, цитируйте на здоровье, но только в том случае, если вы готовы обучить этому свою паству. А такое желание возникает далеко не у всех. Поэтому нам надо научиться проповедовать так, чтобы, скажем, вместо вкрапления греческих слов пользоваться библейским словарем, которые есть у братьев. Можно найти в нем какое-то слово, какой-то богословский термин, с которым многие, скорее всего, не знакомы, и сказать, вот что он обозначает. Чего мы этим достигаем? От того, что брат подумает, «О, у меня тоже есть этот словарь. Приду домой и еще раз в него загляну». У меня тоже есть такая возможность. Вот это и значит задавать воспроизводимую модель служения во всем. Еще один пример благовестия. Смогут ли члены общины воспринять мои методы благовестия и пользоваться ими после моего отъезда? Конечно, иногда, особенно на начальном этапе, вам придется организовывать более масштабные и яркие евангелизационные мероприятия. И о них мы поговорим позже. Однако основные методы благовестия должны быть такими, чтобы их было легко освоить. Например, рассказывание историй, которое особенно актуально в благовестии, скажем, неграмотному населению. Люди любят хорошие истории, их интересно и рассказывать, и слушать, правда? Вот поэтому пересказ библейских сюжетов — один из эффективных и легко осваиваемых евангелизационных методов. Итак, любой основатель церкви должен с особым тщанием подходить к выбору используемых им служений, приемов и способов. У меня есть приятель, который миссионерствовал в Мексике, причем в сельской местности. Он занимался подготовкой лидеров в деревнях и поселках.
Добирался он туда на осле. Нетрудно представить, сколько времени у него это занимало. Однажды ему сказали: «Слушай, на осле ведь так долго. Давай я куплю, выделю тебе внедорожник. Для здешних дорог самое то. Да и дела в служении у тебя пойдут раза в четыре быстрее, учитывая экономию времени». На это он сказал: «Я очень ценю вашу щедрость, но, простите, я вынужден отказаться. Лучше я все-таки на осле». Почему? Да потому что, разъезжая на внедорожнике и при этом призывая местных христиан следовать его примеру в служении, он, скорее всего, услышал бы в ответ: «Но у меня нет внедорожника. Вы мне его купите, тогда и поговорим». А вот на ослах там ездят почти все. Поэтому такой способ передвижения, хоть и был крайне медленным, зато приемлемым для местных жителей. Следовательно, основатель должен предлагать членам своей общины такую модель служения, которую они в состоянии быстро освоить и использовать, исходя из имеющихся ресурсов. Конечно, есть и другой вариант. Попросить выделить церкви еще 10 внедорожников. Но насколько это реально? Вот почему важно организовать служение так, что его могли бы осуществлять простые члены церкви с применением того, что у них есть в распоряжении. Итак, вкратце, это то, что я имею в виду под созданием легко воспроизводимой модели служения. Как мы увидим дальше, ключом к воспроизводству служения служит обеспечение возможности этого воспроизводства на самых разных уровнях, включая благовестие, организацию занятий по духовному росту и изучению Библии, проповедь, поклонения и так далее. Повторим. На начальном этапе миссионер-основатель выступает в роли двигателя, на его плечи ложится почти вся работа, а также задает такую модель служения, которую община может легко перенять и осуществлять с помощью доступных ей ресурсов. По мере развития церкви меняются и функции ее основателя. Люди приходят ко Христу, начинают периодически встречаться, пусть даже пока вне контекста организованных богослужений, а, скажем, на собраниях группы по изучению Библии. Теперь для основателя на первый план выходит мотивирующая функция. Он должен донести до сознания членов общины простую мысль. Церковь — это не мой личный проект. Церковь — это вы. Вы — Божий народ. Я пришел и ушел, а вы — община Божьего народа. Вы остаетесь. Итак, церковь должна осознать и взять на себя ответственность за свое служение. Я, как основатель, научил вас всему необходимому. Если желаете проповедовать Евангелие масштабнее и активнее, если хотите видеть в своей церкви больше разнообразных служений, регулярно встречаться для совместного поклонения и так далее, сами принимайтесь за дело. Оно ваше, а не мое. Нередко на данном этапе основателя постигает разочарование. Община развивается медленнее, чем хотелось бы, а миссии непонятно, в чем причина такой ситуации. Она ожидает от миссионера большего успеха. Понятно, что у основателя появляются причины для расстройства. И в этот момент у него может возникнуть искушение сказать: «Хорошо, хотите проводить богослужение? Я за. Но только если найдется тот, кто будет за это отвечать. А я с удовольствием расскажу вам, как это делается, и обучу проповедников». Но община не решается. В итоге основатель предлагает такой вариант: «Хорошо. Давайте начнем собираться, и пока все буду делать я, а потом вы постепенно возьмете дело в свои руки». Но знаете, к чему это нередко приводит? Люди понимают, что если выждать достаточное время, миссионер смирится и все будет делать сам. Вот они и выжидают. И в следующий раз, когда у кого-то появляется идея организовать, скажем, молодежное служение или какую-то программу, и основатель снова призовет общину выбрать координатора, лидера, предугадать дальнейший сценарий будет нетрудно. Мы останемся в тени, и ему ничего не останется, как взяться за это самому. Так ведь? Вот и получается, что основатель — это тот, кто начинает и, по сути, ведет все новые служения. Конечно, внешняя ситуация выглядит вполне оптимистично, а судя по отчетам миссионеров, в церкви наблюдается явная динамика. Проводится богослужение, есть молодежная группа. Нюанс лишь в том, что все завязано на одном человеке. Хотя темпы роста, очевидно, выше. И тем не менее, все курирует один человек. Когда же он по каким-либо причинам вынужден уехать, жизнь в церкви останавливается.
уходят плечи, на которых все лежало. Вот почему основатель церкви должен всячески внушать общине, даже новообращенным, что они Божья паства, которую он собрал, чтобы через нее достигать благой вестью Евангелия тех, кто живет рядом. Вы Божий народ, одаренный духовно. И даже если ваше служение не вполне отточено, выверено и рафинировано, оно еще будет совершенствоваться. А значит, надо настроиться на служение, на обучение и подготовку, найти в себе желание чем-то пожертвовать ради роста и расширения Церкви Божией. Без этого ключевого момента на данной стадии не обойтись. Все это означает, что с появлением инициативы в служении со стороны членов общины миссионер-основатель начинает все больше выполнять роль ментора. Фокус смещается. Если раньше вы были двигателем, то теперь становитесь ментором. Другими словами, отныне всю работу выполняете не вы сами. Из исполнителя вы превращаетесь в своего рода тренера-преподавателя. То есть теперь я, как основатель, переключаюсь на подготовку служителей. Не проповедую сам, а обучаю этому братьев. Не оказываю душепопечительскую помощь, а уделяю много времени тому, чтобы подготовить будущих душепопечителей и так далее. Причем начинать эту практику надо как можно раньше. Как только сформировалось ядро общины, как только люди стали собираться, скажем, для изучения Библии, я приступаю к обучению лидера для этого служения. Акцент смещается. Разве не такую модель хотя бы отчасти мы наблюдаем в служении самого Христа? Ученики ходили с ним где-то около года, и все это время активно служением не занимались. Они наблюдали Христа в действии. А он, в свою очередь, использовал методы, которые было возможно перенять. И только потом, по прошествии времени, Иисус посылает на служение 12, а потом 70. Для чего? Для того, чтобы делать то, что делал он — проповедовать, молиться, исцелять, изгонять бесов. Ученики идут и совершают порученное им служение, а потом возвращаются. Итак, Иисус меняет свою стратегию. Теперь большую часть времени он проводит не среди множества людей, а преимущественно с 12 апостолами, особенно в конце своего земного служения. Вспомните разговор в горнице. Христос уходит туда со своими учениками. Теперь в фокусе его внимания они, а не все нуждающиеся в спасении. Потому что именно эти люди примут эстафету служения. Такое же видение должно быть и у миссионера-основателя. Да, вначале ты почти все делаешь сам, ты показываешь пример, а потом передаешь ответственность за развитие общины ее членам, отводя себе роль наставника, помощника, ментора. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. В период перед отправлением на новое место основной функцией миссионера становится уже не столько менторство, сколько приумножение. Это означает, что он не просто занимается подготовкой служителей, например, лидеров группы изучению Библии, а помогает им обучать других христиан. Вот с этого, собственно, и начинается процесс приумножения. Отныне я обучаю не только христиан, но и тех, кто потом сам будет выступать в роли учителя. В какой-то мере об этом апостол Павел говорит Тимофею. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Таким образом, сначала я учу тебя разъяснять Библию, а затем обучать этому будущих лидеров библейских групп. Сначала я разъясняю этой христианке, как благовествовать на личном уровне, а потом уже она с моей помощью передает другим свои знания и опыт личного благовестия. И это касается любого церковного служения, детского, молодежного, проповеднического, душепопечительского и так далее. Так фактически и происходит приумножение и всестороннее укрепление общины.
Теперь ее члены не только выполняют все ключевые функции, но и занимаются обучением будущих служителей. На этом этапе миссионер-основатель может считать свою задачу выполненной и спокойно отбыть на новое место служения. Например, в другой город, где организацию еще одной церкви он снова начнет с нуля. Ведь именно так чаще всего и поступал апостол Павел. Основав общину в Коринфе, он двинулся дальше. Создал церковь, обучил служителей, обеспечил ей дальнейшую поддержку и отправился на новое место, чтобы все начать сначала. С другой стороны, миссионер-основатель может трудиться на межрегиональном уровне. Допустим, новая община окрепла и выросла настолько, что теперь сама готова стать материнской церковью. Так вот, вместо того, чтобы непосредственно помогать ей в организации новой общины, миссионер-основатель говорит: «Я научу вас этому, а вы идите и формируйте там новую церковь». Опять-таки, в этом наиболее ярко проявляется и самодостаточность материнской общины, и ее способность к воспроизводству. Итак, такова динамика функций миссионера-основателя при апостольском подходе к организации церквей. Сначала он выполняет роль исполнителя, затем учителя и далее на последнем этапе инструктора для будущих лидеров. В такой последовательности и происходит изменение основных ролей. Напомню, при апостольском подходе. Для пасторской модели такая динамика не характерна, поскольку основатель задерживается в церкви на более продолжительный срок, становится ее пастором и выполняет большую часть работы. Хотя умножению церкви, как вы понимаете, это будет способствовать в гораздо меньшей степени. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.